Биг Мак. О, вот это я понимаю подарок. Меня прибило пианиной. А я танцую. Ну, красная кнопка какая-то безумно злая. Друзья мои, скоро Новый год, скоро время дарить подарков, а это значит, что пора нажимать на заветную кнопочку, которая нам принесет куча подарков. И сегодня я в таком симуляторе в Роблоксе буду играть в такую кнопку. Давайте прямо сейчас мы попробуем нажать, и нам вручат что-то интересненькое. Так, я уже пошел к кнопке, нажимаю. Бам тебе! А, чё, я не могу на нее нажать? Или что? Или кто-то другой сейчас на нее должен нажать? Вот тут, кстати, елка, уже подарки. А, вот, смотри, сейчас она будет доступна. Так, я нажимаю. Так, и нам подарят... Нож в печени. Коронавирус. Серьезно? А где он? А, вон, чувак. Чувак заболел коронавирусом. Спасибо большое, в 2021 году всех нас ждет снова вот это. Ой, не надо, не надо, пожалуйста, не надо, вот. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Зря ты сделал, зря ты нам такой подарок подарил. Нам и так в 2020 году хватило этого коронавируса. Зачем? Что за подарок такой вообще глупый? Почему? А потому что... Так, все, вирусы разлетаются, там, кажется, кого-то... Стоп, вы меня запутали! Да. О, ребята, не знаю, что вы хотите на Новый год, напишите прямо сейчас в комментариях, что вы хотели бы получить на Новый год. А я пойду пока нажимать на кнопку, и нам какой-то вручат подарок. Это что было? Ой, а вот и подарок. А вот... Ой, есть, я взял. Слов нет, одни эмоции. Великолепный подарок на Новый год, не правда ли? Атомная бомба. Ладно, отбросим все страхи, может быть, все-таки нам в следующий раз повезет. Давайте снова нажмем. Оп, так, нажал. Что-то ждем, что нам сейчас подарят. Тебе весело, а мне нет. Какой-то танк. Господи, что это, паровоз Томас проехал? Что за бред тут творится с этой кнопкой? Нам можно какой-нибудь вручить нормальный подарок, хороший, позитивный, добрый? Спасибо, спасибо, спасибо. Почему происходит какой-то трэш все время? То паровозик Томас, то атомная бомба, то опять коронавирус. Нажимаем. Я нажал, я был первый. Так, Crazy Roblox Seance. Что это? Ой, они меня бьют, они мне свернули голову. Рейси Роблоксы нападают на нас, смотрите. Господи, да будут нормальные подарки или нет? Точно. Чувак, дай я нажму. Клик, труту. Так, какая-то комната, backrooms, вау. Ох, богата родная земля. Ух ты, смотрите, мы переместились в комнату с вами. Так, и что нас тут ждет? Тут прям какие-то лабиринты. Ой, ой, мама, ты кто? Тьфу на тебя. И шо это? Ребята, держитесь от этого чудика подальше, господи. Страшно. Ты кто, приятель? Может быть, нам нужно найти выход отсюда, чтобы сбежать от него? Я досконально еще не понял, если честно. Так, куда мы бежим? Или нам нужно просто выжить? Где это чудо-юдо? Вот оно. И мы снова на этом острове. Ну ладно. Не, я нормальный пацан. Есть брата. Странно, не правда ли? Кажется мне пока, что подарки у нас так себе. Я думаю, что вы не хотели бы такой подарок на Новый год. А мы тем временем перемещаемся на какую-то баскетбольную зону, где будем, наверное, играть в баскетбол. У меня в руках мячик только что был. Куда я его пуляю? Господи. Как мне его в кольцо вообще засунуть? Кто-нибудь мне отдаст мяч? Какой-то крейзи тут происходит. О, смотри, что я могу. Смотри, что я могу. Полетел с мячом вниз. И прилетел на площадке, и продолжаю его дальше бить. И вообще, это сумасшествие. Да! Так, кто-то нажал на кнопку. Наступает темнота, darkness. Господи, боже ты мой. Это, по-моему, похлеще коронавируса. Моментально. Что-то нам пока не везет с вами с этой кнопкой, друзья мои. Ну, пойдем еще раз нажмем, нажали и ждем спешл сценарио. Так, какой-то контейнер подъехал с роблоксами фигурками. Оттуда вылезли разные лего фигурки. Что это было вообще? Кто-нибудь мне может объяснить? Нажимайте снова, ребята. 1, 2, 3, оп, нажать. Упс. Подарочек. Биг Мак. О, вот это я понимаю подарок. Вот, пойдем нямкать. Ну все, мы тут как с голодного края. Спиви, твоя сила и мудрость. Ну вот это нормально, уже еда, бургер на Новый год.
Главное, чтобы мы после него не умерли, а так все хорошо пока. Вот это все, вот первый хороший нормальный подарок, вот реально, за него, ребята, нужно поставить лайк. Жду от вас много-много лайков, поэтому поддержите, пожалуйста, меня. Так, а мы тем временем снова нажали на кнопку и нас... Ты арестован. Куда-то что-то... Final Song. Так, кто-то появился на пианине, смотрите. И вот сейчас он с этой елочкой будет тут играть, кстати, подарочек. Меня прибило пианиной. Летающие пианины. Что? Простите. Меня убило, да? Вот снова на меня летит пианино. Какие-то ракеты из пианин. Да уж, а я думал, новогодняя песня нам будет там Джингл Белл сыграть. Ну на тебе, по башке пианиной получай. Ну хватит уже. Да господи. Опять свернули мне голову. Как на качельке, вот так она у меня болтается. Воу-воу-воу-воу-воу, хорош тут кидаться. Так, ребята, ладно, дальше ждем. Тут все, ребята, какие-то у них приставочки прикольные. Опа, нажали на кнопку. Домный энквантер. Что это? Что сейчас будет? Я прям уже боюсь. Да бан тебя. О, смотрите, сколько нубов появляется. Мама, мама, мама. Боюсь, боюсь, боюсь. Боюсь, боюсь, боюсь. Целый остров нубов! Уходите отсюда, сумасшедшие! Али так. Объясните мне, что это было? Нажимайте на кнопку. Опа, нажали. Пираты. Вау, смотрите, какой пиратский корабль. Крутяк. А что идея? Оу, 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 вот это зря уже. Зачем? Почему? На Новый год принято дарить подарки, а не пуляться в нас. Вы крейзи. Я тут собираю подарочки. Я, кстати, не знаю, для чего они, ребят, но тут еще есть подарки реально иногда нам дают. Вот, кстати, тут есть магазин. Мы можем себе что-то купить. Так, ребят, нажали на кнопку Murder Mystery. Оо, тут кто-то будет убийца, по-моему. Так, и что нам нужно будет от него скрываться? Мы переместились на какую-то базу. Забавная кнопка. Только на нее не нажимай, все время ты перемещаешься в какие-то нехорошие места, мне кажется. Да, дожили до правды. Что-нибудь позитивное лучше бы дарили. А что делать-то надо? От кого убегать? За мной пока никто не гонится. Сюда я не могу зайти. Опа, смотрите, тут какой-то люк. Круто, а куда это я прыгнул? Опа, и здесь есть выход. Где алмазы? Привет, чувак. Кто вообще убийца или что? Или тут его вообще нет? А вы только вдумайтесь, да? Меня швырнули, а я сейчас нажму на кнопку. Смотрите, раз, два, три. Опа, нажал. Фух, hot dude. Это что такое? Горячий... Ой, я в туалете, господи, в деревянном туалете, как в деревне прям. Как отсюда вытащиться? Я не хочу в туалет. Выпустите меня отсюда, эй, кто-нибудь. Фу, тут попахивает. Не, вышвырнули прямо оттуда. Ой, что здесь делает Шрек? Здорово, еще тебя тут не хватало. Мама, кто нажал на эту кнопку? Зачем? Зачем вы вызвали? Дьявола. Танцующие скелеты? Это уже какая-то хэллоуинская тема, а не новогодняя. А я могу тоже с ними танцевать? О, могу, смотрите, ребята, я танцую. Ну все, потанцевали и хватит. Все, да, ребят, все, можно выключать. Да уж. Странная какая-то кнопка. Нажимайте, ребята. Нажали, отлично. Roblox плз, плз, плз. Что такое плз? Что тут делает этот безумный Шрек? Я не могу понять. Уберите его отсюда. А что произошло? Нажали на кнопку и... Наслаждайтесь. Ничего не произошло. Я хочу сейчас еще раз нажать. Эй, дай мне нажать. Я хочу нажать. Посмотрите на него. Я был первый. Ага. Ой, коровы. Появляются коровы. Много коров. Зачем нам на Новый год коровы? Чтобы было много молока или что это? Корову можно вниз скинуть, корову можно оседлать, корову можно свалить, побороть, наверное, съесть тоже можно. Исчезла корова. Я не знаю, что-то тут творится нечто. Это что такое было еще? Что? Вау, здоровенный нуб, ребята, смотрите. Зачем? Круто, и что он нас сейчас всех съест? Появляется много нубов. Ой, меня нуб бьет, блин. Как жить дальше, я не знаю.
это такое? Мне опять сломали голову. Нажмите кто-нибудь на кнопку. На хорошую кнопку. Как это работает? Зомби, да зачем? За что? Почему? Господи. Уйди, окаянный. Уйдите отсюда. Да уж, вот так подарочки на Новый год-то. Зомби. Круто, не правда ли? Хотели бы вы зомби на Новый год получить, а? Я бы точно не хотел. Все, избавились мы от них. Возможно, тут все не так просто. Слава богу, что они быстро все исчезают. Это здорово. Так, нажимаем на кнопку. Толпа хочет нажать. Не знаю, кто-то там из них нажал. И что? Богатенький какой-то гайс появился. Давай нам денег. Эй, богатенький гайс. Куда же ты, гайс? Эй! Улетел гайс наш. Да уж, недолго музыка играла. Я думал, он нам всем деньги подарит. Нажимаем на кнопку. Что? Дрхахуй. Господи, что? Кто вы? Зачем вы это делаете? Уйдите отсюда! Ай! Да, это жестко. Я не могу вернуться на свой остров. Меня все время тут швыряет, пуляет. Что они делают, эти безумцы? За что? Кто вы? 2000 years later. Так, все, отошли. Сейчас я нажму на кнопку, и будет что-то хорошее. Вот смотрите. Ну-ка смотрим. Нюки. Кто такое? Нюки. Шмюки. Ой, спасибо. И мое тельце улетело вниз. Он меня уничтожил. Он меня просто вот... Хорош подарок. Ну все, хватит с меня этих безумных подарков, тем более каких-то непонятных. Я хотел что-то доброе получить, но красная кнопка какая-то безумно злая. Друзья мои, пишите, что вы хотели бы получить на Новый год. Я обязательно почитаю ваши комментарии и ставьте лайк этому видео. А также подписывайтесь на канал FFG TV. Всем удачи, всем хорошего, приятного Нового года. Без всякого коронавируса и атомных бомб. Пока.